Давай. Так, ну что? Кирочка, а ну, бери одну бумажечку, бери. Вот так, размешай еще ручки, размешай. Размешай, сама, размешай так ручки. Ну, вынимай, давай мне. О! Вот человек, который выиграл iPhone 7. Так, где Лилия? Вон, идите сюда, Замат тоже. Сейчас мы будем читать вместе. Все номера не будем говорить. Так, первый номер. Ноль. Видите? Ноль. Второй номер. Единица. Так. Теперь третий номер. Троечка, троечка, правильно? Ноль, один, три. Ну? 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 Мы не обманываем, проверите ее там все. Итак, Лилия, говорите номер полностью. 138. 0138. Вот, 0138. Проверяем. Лилия, проверяйте. А сама, давайте проверяйте. Вас как зовут? Анатолию! Браво всем! Еще не спасибо. А кто вы узнали, что был тройка седьмого этапа? Не раз, не постоянно их подсветили. Так, Анатолию браво! Судьям тоже браво! Девочки Кири, держи! Наверное, по шоколадке по маленькой, да? Вот она, вон. Шоколадку просто покупай. Так, ребят, если вот ваш номер, я отдаю, да? Давайте проверим. Айфон, включите. Можно открыть, включить, да. Вас снимает камера. Не, не, проверьте, чтобы это было законно. Ребят, кто не верит, что это было незаконно, пожалуйста, вот здесь все номера, проверяйте свои. Давайте все. Посетите мне эту бюрократию, наливайте, наливайте, сейчас танцевать будет. Началось, а? Ну что, уважаемые гости. Супер! Похлопаем еще, Анатолий. Давай, будь здоров. Заходите к нам, приводите гостей. Мы очень будем вам рады. А все простите, что не выиграли. В следующий раз вам повезет. Ждал, думал об этом, мечтал, а мысли не всегда материальные. Поэтому вот так вот и получилось. Но, конечно, не без участия таких прекрасных мальчика и девочки, конечно. Ну, а так, на самом деле, очень приятно, безумно рад. Ну, а самому... Оставишь себе или подаришь кому? Нет, я подарю. Есть человек, кому подарю его. Ну и все, а кампусу огромное спасибо, очень вкусно, постоянно здесь бизнес-ланч кушаю, ну и также вечерами отдыхаю компанией. Супер, была, конечно, мысль, я думаю, как и у многих, что все равно выиграют свои, возьмут, подсунут, но на самом деле нет. Здесь все было по-честному, по правилам, то есть начиная от руководства и заканчивая любым персоналом данного заведения, всегда, как говорится, как сказали, так и сделали. Поэтому этому заведению можно верить. Даже в таких, как сказать, ну, мелочах это, может быть, не назовешь, да, хороший телефон, но тем не менее, что как сказали, так и сделали. Поэтому всем огромное спасибо,